чебоксарских детских садах проходит военно-патриотический фестиваль. Малыши встречаются с представителями военных профессий, участвуют в конкурсе чтецов, поют патриотические песни. В детском саду «Рудит» сегодня прошел смотр строевой подготовки. Только летчиков, а еще юных пограничников, моряков и десантников. Каждая команда подготовила к фестивалю речевку, девиз, творческий номер. Ну и, конечно, ребята научились маршировать как настоящие солдаты. Фестиваль строевой подготовки проходил в детском саду «Эрудит» впервые. В конкурсе участвовали не только его воспитанники, но и ребята третьего детского сада. Идея необычного праздника появилась месяц назад. Закипела работа. Мы шили костюмы, мы изучали литературу, мы готовились каждый день. Каждый отнесся с большим интересом и серьезностью. Конечно же, такая работа, она воспитывает в детях чувство любви к своей родине, чувство коллективизма, когда они в единой команде дружно и маршируют, и поют, и изучают нашу российскую армию. Особая нагрузка легла на командиров отрядов. Миша Скворцов раньше хотел стать полицейским, но после фестиваля передумал. Наша команда называется «Десантники». ВДВ, голубые береты. А кто такие десантники, ты знаешь? Они летают в воздухе, плавают, дерутся. Я когда вырасту, хочу тоже стать десантником. Меня выбрали командиром, потому что у меня звонкий голос и меня все слушаются. Мне понравилось, как наша группа выступила дружно. Все, с характером. И как они станцевали танец и маршировку. Маршировка – это очень отважно. Кубки и призы достались всем командам. Но намного важнее подарков – новые знания и желание стать защитником Отечества. Мария Шоклева, Олег Якимов, «Республика».